Это схема геологического строения пегматитовой жилы. Адуйская дальняя. Одна из известных жил. Старинная выработка. Еще 1900 года. Вот видите, здесь вот в яме, вот яма, горная выработка. Вот по контуру я ее обвожу. Вот. Вот это вот пегматитовая жила. Вот одна, вот вторая отросточек. Здесь стоят, значит, находятся, вернее, старые два шурфа. Один-то я был, смотрел там, чуть-чуть видно дальше, все обвалилось. Но этот тоже, наверное. Но я не про это, а я про то, что те жилы, которые проходят под дорогой. Вот если мы посмотрим, вот эта дорога от Крутихи, ну, идет дальше туда, за Копь-Семенинскую. Вернее, сама Адуйская дальняя находится где-то в километре, чуть больше, до Копи-Семенинской. И вот от Крутихи в эту сторону, Копь-Семенинскую, значит, вот здесь вот, видите, хвостик жилы пегматитовой? Вот она находится под дорогой. Так что, кто будет, у кого будет время, можно и посмотреть. Во всяком случае, не дорогу, а вот хвостик за дорогой. Жила работалась, как и многие адуйские, на берил, на граночный берил. Сейчас, если найду видяшку, то вставлю. Это копия двоедальнего. Ну, не будем останавливаться. Времени нет уже. Ну, там шурфы. Огороженное, чтобы никто не упал туда. Копия Адуя дальнего. Постоянно на протяжении уж нескольких лет на дороге находим камни. Жила рядом, одна проходит под дорогой, поэтому и на дороге попадает что-нибудь. Да, осколок горного хрусталя. Ну ладно, пусть там вот лежит. Это дымчак, дымчатый кварц, ну, красивый такой. Жаль, маленький, ну, возьму. Ну, вроде больше ничего нет. Хотя, если тут копнуть, но копать на дороге, это очень нехорошо.
Около той лужи было интереснее. Кайло надо, сходим за кайлом. Даже не думал, что что-то может попасть здесь. Точно, жилка слюда даже. Так, где тут? Катанный кристалл горного хрусталя. Интересно. Ну что ж, тогда посмотрим еще. Ну, вроде вот все. Вроде и все. Ну, тоже неплохо. Еще один осколочек горного хрусталя. Ладно.
Ну, это пигматит, конечно. Вот. Письменный гранит. Из жила. Ставим, может, кому-то понадобится. Поедем дальше. Это кварцевая жила. Да, внушительные экземпляры. Щеточка кварцевая. Ходил я здесь, и неплохие экземпляры. Нужно работать, ребята, работать нужно. Тоже ведь тоже кварчик. Вот это уже гнейс. Кварцевая жила там кончается. Сбоку. Ну-ка посмотрим тут вот. Ой, вот нахожусь сегодня.